Хуже, если он вот так волной идет. Он крошит весь лед. Ой! Кануло, да? Ну что-то просел как-то. Да? Даже больше чуть сал. Вот здесь, видишь, на берега какая промоина была. Прозевал поклевку. У тебя двойная, да? Да. Че, пусто? Ну-ка дерни. На нижнюю. На нижнюю наблюдает. Опа, кушок. Привет. Ну. Слышишь, лебеди? Прилетели. У меня было несколько холостых. Воду открытую ищут. Боятся, еще не привыкли к нам. Каждый год ведь так. Сперва боятся. Шиш во рту держала, отпустила. Е-мое. Во рту держала. Не надо было. Надо было подождать. Ну, а? Бахнуло хорошо, но мелкая. Большой нет? А? Большой нет? Что? Живчик. А че он на две мормышки? Нормально, красавчик. Жадный. Не понял. Одну подобрал, что ли, с этого, со дна. Держи еще, живчик. Что, еще поймал? На. Спустило не так много, но спустило. Может, опять держит в зубах. Чуть-чуть. Куда ушла? В берег? Да, туда. В ту сторону. Зацепилась леска у тебя за лед там. Она пошла. Шнурок бас. Маленький, да? Да совсем. Ой, выплюнула, видишь? Ну давай, давай. А. Вот она сидит еле-еле. Я думал, она выплюнула. Тихо, шнур. Шнурцем. Почти не поранилась. Так не поранилась, конечно. Блин, красивый-то какой. Яркий такой. Все, спускай. Ладно, открыли. Оп. Сейчас подождем, пойдет и. Вон она туда зацепила, за ту жерлицу. Нет. Столько лески нет. Бать, давай эту и пойдем туда. Ну что, берем? Не, отпусти. Отпусти. Ай, мелочь. Этот же. Ты что, опять что ли? Он. Да ну нафиг. Вон шрамы. Да ну нафиг. Ты че? Вон. Он.
Бать, это он. Да ну нафиг, не уверен я, чтоб он взял. Да у него были вон шрамы. Свежие вон, видишь это? Да ну не может быть, не поверю я. Неужели второй раз? Что, такой голодный что ли? Пофигу. Давай, вали, бабушку зови. Вот так бывает. Пока батя здесь тянул, сработала еще одна жерлица. Сейчас насажу и пойду проверю. Но сегодня утро веселее, чем в прошлый раз. Правда, живцов нету. Да, правда, живцов нету. Это так всегда. Щука берет, когда живцов нету. Но сегодня не размер. Мелочь. Ну да, размер, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, для закрытия сезона нормально. Это все равно, я думаю, крайняя рыбалка уже на щуку здесь. Тут полностью натянуло. Не. Бросила? Бросила. Бросила, да? Ну, по всей видимости, да. А тут стоял. Тут маленький-маленький стоял. Завела куда-то в эту. Но. Ну слушай, если она такого пыталась съесть, даже шрамов нету. Ну, он не смог бы. Может, окунь. Ну, а, кстати, может быть и крупный окунь, точно. Давай. Ладно. Сегодня щука довольно-таки активна, но живцы не активны. Ничего не ловится, поэтому у нас только стоит. Четыре поклевки, две. Да, пустую, раз, два, да? Три, четыре. Четыре, две поймали, две. Пять жерлиц. Надо еще шесть как-то зарядить на дальней точке, где всегда крупная водится. Если туда дойдем. Ну да, еще до туда надо дойти. Но я думаю, что дойдем. Главная проблема — это живцы. Ну тут жерлица вот была. И вот там жерлица, где палка. Вот лови сразу на этой же. На этой же? Конечно, пока. Такой живчик. Хороший живчик. Можно. Блин, хороший окунь. Черный. Слушай, на него десятка точно? Может, поставим? На какую тебе место? Вот на эту? Но. Могу еще поставить. Вот сюда, наверное. Так у нас сколько? У тебя где брала? Вот там щука, да? Ставь здесь. Под жопой. Вон она, ну. Да, вон пошла подо мной. Я тоже чуть было не было. Ой, совсем маленький. Хуже, если он вот так волной идет. Он крошит весь лед. Идет. Раз поклевка шел и сразу же, ой, сразу же вторая, и сейчас вот там еще одна шпокнула, но непонятно, лед шел волной, может быть, это льда. Сейчас будем все, короче, проверять.
одну проверим, потом надо живцов доловить, конечно. Да. Это, конечно, мировой щупак. Таких еще не было здесь. Ну, таких я, да, не ловил. Сидит. Блин, заглотил, но сидит еле-еле. Сейчас отцепим. Такой щуки зимой мы не ловили. Три щуки уже живец. Сейчас обратно поставим. Давай, малыш. Ну куда ты? Да куда ты, иди сюда. Давай. Бульк ушел. Там на дальней жерлице было так слышно, как она мотала капитально. А там живец же есть, бать. Ну я поставлю этого. Уходит? Не, не уходит. Не, вот здесь, здесь пустая. Ага. Близко не подходи. Идем на дальнюю. Или это отхода льда? Хотя я мало в это верю. Или там поклевка. Будем там, надеяться, что там. Вся распущена. Да, вся. Так вот, так она. Я когда эту проверял, слышал, как она. Так два раза. Да. Может быть, что-то и крупное сидит. Только вот сейчас нет, узнаем. Будем надеяться, что здесь может быть что-то. Она уходит. Знаешь куда? Куда? Так. Туда. Траву. Блин, казалось сначала, что шнурок что ли опять? Да так колотило, било. Да, вон оно бьет. Блин, да это вообще не то. Это совсем не та рыба, за которой мы приехали. В этом-то месте всегда брала крупная. Постоянно. Хорошо зацепилась. Еле-еле. А, совсем маленький. Давай. Ой. Живцов нету у нас. Все, закончились. Но и щука не хочет. Вот был какой-то выход сейчас. Три поклевки. Но и то... Опять же, лед хрустит. И почему-то крупная щука не берет. Только мелочь. Неужели она боится? Да давай уже, теперь я думаю, что можно. Если что-то есть, то... Что-то есть, то есть. Да. Куда уходит? Да как обычно. Траву. Куда она еще может уходить? Эх. А нет. Да что такое? Что такое не везет и как с этим бороться? Блин, такое ощущение, что все-таки большая щука боится этот звук, а берут только вот эти голодные шнурки. Отпускай. Не, смотри, что его кто-то за хвост тягал. Все, ушел. Лед проседает, вот что. Вон, смотри, волна даже пошла. Так что пора сворачиваться отсюда. Не, пустая. Пустая. Нету. Увеличивается потихонечку, увеличивается. Я думаю,
за несколько дней тут вообще все размоет. Мне так кажется. Хуя кончается. Ну, наконец-то что-то... Блин, казалось сначала крупнее. А может быть... Камера работает, смотри. Работает. Ну вот это за кило. Треск прекратился. Два. А может кило. Ну. О, это уже три. Да не, какой, бать, это полторашка. Два. Не, два килограмма, это смело. Наконец-то! Наконец-то и там горит. Смотри, как только успокоилось лед. Сразу две поклевки. Не, это хорошая, хорошая. 2 килограмма 100%. Да, конечно, двушка есть. Вон какая. Открой пасть. Че, эту домой заберем? Или... Надо домой рыбу? Попросила мать. Ладно, сейчас. Она заглотила глубоко. Пока что сегодняшняя самая крупная. Там еще есть одна. Сейчас посмотрим. Да что такое? Неужели живец? Не может быть. Не может живчик так дергать. Обживала ее и выпустила. Обживала и выпустила. Вот. Видишь, через зубы пропустила. О, нифига себе, это трепало. Это мелочь. Что, свежую будем садить? Да. Засадить на два тебя. В общем, все, собираем жерлицы, бать, а это что такое? Не знаю. Собираем жерлицы домой, собираемся. Тут что-то произошло непонятное. Нет, здесь никого, а я думал уже сработка. И... Наверное. И собираемся домой. Так-то, в принципе, неплохо, порыбачили, но, конечно же, хотелось бы лучше. Ну, что есть. Самая крупная потянула на 600 кило. Это была самая крупная. Много было, конечно, шнурков. В принципе, сезон закрыт. Удачно. Ну, обрыв там был. Там рыба была небольшая на самом деле. Потому что я ее видел. Вот. А так на сегодня уже все.